Я приветствую всех подписчиков и зрителей моего канала из Одессы. Сегодня, 7 января, все православные христиане празднуют рождение Иисуса Христа. Рождество считается одним из наиболее великих праздников, главная цель которого – почтить воспоминания о рождении Спасителя человечества. Именно в этот день в Вифлееме, находящемся к югу от Иерусалима, на свет появился Иисус Христос. Его рождение начинают праздновать в сочельник вечером 6 января. Согласно Библии, в этот день на небе появилась первая звезда, та самая, что привела Вифлеем волхвов. Я всех поздравляю с Рождеством Христовым, желаю мира, любви и добра. До встречи в новых видео, пока!